эксцентриссимо. Обычно принято оценивать в миллионы долларов головы преступников. Но если врагов, с которыми нужно свести счеты, нет, а деньги имеются, то есть другие варианты. Можно покупать информацию о неуловимых художниках. Так размышлял один интернет-пользователь, выставив на аукцион информацию о Бэнксе. Мастер граффити сохраняет инкогнито уже много лет. Разгадать, кто оставляет по всей Британии необычные изображения, кто только не пытался. Вот очередной умник решил, что вычислил Бэнкси. Он сопоставил данные о продажах его работ и налоговые документы. За миллион он продаст бумажку с тем самым именем. Если воспринимать ее как арт-объект, то можно запрашивать еще больше. За работы самого Бэнкси столько не платят, сколько за его имя. Но все равно дешевыми их назвать нельзя. Например, Кристина Агилера купила оригиналы работы «Королева Виктория» в образе лесбиянки за 25 тысяч фунтов стерлингов. За «Мону Лизу» с вытекающей из глаз краской кто-то заплатил 60 тысяч. Сам художник свои работы называет отстоем, а их покупателей – придурками. Может быть, дерзкий граффитист стоит того, чтобы за его имя обиженные эстеты заплатили миллион? Эксцентриссимо.